поезд уже развалился и сгорел, а? Все же было нормально. Только что работали пожарами, только что никто не видел, что здесь что-то происходит, и уже все сломано. Ну что за дело? Вот это поезд, да? А вот это типа локомотив такой или что, или это у нас крыша цвет. Крыша типа такая. Ну ладно, я просто не пиндос как бы крыша поезда. Туннель наверху лестницы. Я прикрою. Давай. Сейчас что-то было не так, да? Ну как с дверью. Ладно, я, знаете, я больше даже не хочу сюда комментировать. О, тоннельчик. Беги. Папа! Беги. Ой, папа! Я знала, что ты жив! Знала! О боже, Том! Натали! Здесь нельзя оставаться. Уезжайте. Том, ты должен пойти с нами. Он пожарник, он погорелец, вы ничего не понимаете. Том, прошу тебя, все закончилось, нам нужно уходить. У них дня ВДВ нет, поэтому ему надо. Может быть, что-то праздновать, да? Вот он будет. Праздновать День Победы или не Победы. Где и как, неизвестно. Срань, конечно, не очень приятно. Интересно, куда они это собрались эвакуировать? Ну, я понял. Суши туда можно было бы свозить народ, да, но здесь-то она впадает в космос, она может вызовиться где нахер угодно. Ну, вообще насрать, она просто на фоне сразу вызовется, все. Райли, ты здесь? Да. Тут что-то есть. Движется к тебе. Что за огромная тварь. Надеюсь, ты всех уже вывел. Райли, не знаю, сколько еще здесь. Диспетчер, о чем вы говорите? Что там идет? Диспетчер. Прием! Если мы это не остановим, люди и двух секунд не продержатся. Сюда! Грузовик! Все к нему! Секунд, о, окошко открыто. Там мышь повесилась, а? Или... Что, стоп, какой-то? Я сейчас не понял юмора. А, я боюсь представить форму этого здания.
Это просто такой уголок тоненький. Ужас. Они не могут идти быстрее. Нужно держать оборону, пока все не пройдут. Они люди, сэр. Капрал, люди или нет, грузовик никто не получит. Понятно? Да, сэр. Ты что делаешь? Ничего. Капрал, что у вас там? Они ушли, сэр. Ладно, но этот груз личности Ричарда Горелла. Кто такой Ричард Горелл, интересно? Что ты делаешь? Вот пытаешься вызвать. Черт. Идем. Достанем, что сможем. Время. Почему здесь крови, кстати? Что это за штука? Ого. Тут еще есть. Вот. Какие-то кубики. В сером технология выбрать улучшение в любом уровне, только одного улучшения скажется управление селектора для выстрелов на переднем сенсорном экране. Очень сильно интересно. Чем гризли застрелили, так, мул, дробовик, а он сейчас не Фалком, Фолсом. Или Фолсом. Сложная шутка, да? Так. Он достаточно медленно перезаряжается. Можно увеличить урон от него, что было бы неплохо, потому что патрон бы не так много. Давайте реально. Ой, блин, надо выбрать еще. Ой, блин. Вот эту хрень. Да? Да. Да. Так, ладно, я это делаю усилием. Я чуть не сдох. Блин, они там еще что ли есть? Нашу жму. Все сломалось, кстати. Надо быть басов добавить после работы. Мы недавно в видеоклипах в Транспарк в Майнкрафт увидел такую ёбу. Конечно, все, я вспомнил, как с этой стороны боролся, поверьте мне, это далеко. Не самое приятное. Какое сейчас тело? А, то есть надо в задницу, да? Только надо как-то пожёг. Мордаса не работает.
работает на мордасе. Так, мне тебе надо бить. Сообщение относится, записки. Потому что, мать твою, все сломали, козы, трассы. Еще что-то есть какие-то. Баррикады, какие-то стрёмные тени. Ладно. Полный, полный. Здесь уже тоже полный. Эх. Мы, собственно, отправляемся, видимо, дальше. Город, конечно, превратился просто... Какая классная стена, а это... Знаете, мне уже просто комиссионность страшно. Не хочу сказать, что игра прям плохая. Она интересная, я имею в виду. Похоже, все добрались. Да. Срань. Уходим отсюда. Не стой, беги. Это ехать хотя бы нет. Вперед! Похоже, мы... Боже. Что? Это тварь. Нет, не трогай. Там был какой-то бонус. Я должен его подобрать. Я слышал, мне говорят, возьми. Дэйон, всем, кто меня слышит, если кто остался, это сообщение всем выжившим. Никто из нас не забудет, что надо, блин, кат-сцену пропустить. 14 августа 51-го, когда смерть пришла с небес и погибли миллионы. Правительство Америки догадывалось об опасности гораздо раньше. В 50-м закрыли границы. Радио и газеты национализировали. Европа пала, но нас убеждали не нервничать. Это уже слышали сегодня. И люди поверили правительству. Все, кроме нас. Мы стали собирать сведения. А, да, да, мы всех уже в курсе. И мы все лучше понимали, насколько эта опасность реальна. 3,5 тысячи секунд записи. Как вам такой, Илон Маск? 14 августа 51-го. Мы считали, что готовы. Но никто и представить не мог, а что нас ждет. Ой, да ладно. Зараза, это все выгнало. Умри. Умри. Все, 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 все. Мы либо живучи, либо вкусные. В принципе, не такие уж и живучи.
диспетчер. О чем вы говорите? Что там идет? Прием! Если мы это не остановим, люди и двух секунд не продержатся. Сюда! Грузовик! Все к нему! Опять босса бить. Они не могут идти быстрее. Нужно держать оборону, пока все не пройдут. Они люди, сэр. Капрал, люди или нет, грузовик никто не получит. Понятно? Да, сэр. Ты что делаешь? Ничего. Капрал, что у вас там? Они ушли, сэр. Ладно, но этот груз лично для Ричарда Горелла. Рацию? Что же? Минус вакетоки, так сказать. Черт. Идем. Достанем, что сможем. Времени нет. Что это за штука? Кринжовая немножко как сцена. Чуть-чуть. Совсем. Капель. Тут еще есть. Вот. Ну. Правда. А, ну и сейчас. Мне ее кинули, я уже потратил. Ладно, это сохранилось. Нельзя будет, кстати, счетчик поинтер. Вот, вижу. Оно здесь. Оно. Держитесь крепче. Да, блин, ну неужели там записка была? Да, народ, весело, но я хочу собрать эту штуку. И там тоже собрать этот кубик синий в конце. Вы видели. Прием. Всем, кто меня слышит. Если кто остался. Игра уже почти загрузилась. Это сообщение всем выжившим. Пока кафель шмигает. Никто из нас не забудет, что случилось тем днем. 14 августа 51-го. Когда смерть пришла с небес и погибли миллионы. Правительство Америки догадывалось об опасности гораздо раньше. В 50-м закрыли границы. Радио и газеты национализировали. Европа пала, но нас убеждали не нервничать. И люди поверили правительству. Все, кроме нас. Мы стали собирать сведения, где могли. И мы все лучше понимали, насколько эта опасность реальна. Мы назвали себя ополчением и готовились к тому, что было неизбежно. 14 августа 51-го. Мы считали, что готовы. Но никто и представить не мог, что нас ждет. Так, все, я, сука, злой. Все могут и не надо бороться. Я сам себя, что ли, долбан? А я крут. Ты
Значит, эта игра за нас только через жопу, что если да, тут что-то есть. Движется к тебе. Цена. Что за огромная тварь? Надеюсь, сейчас ты сейчас всех уже вывел? Райли, не знаю, сколько еще здесь. Диспетчер, о чем вы говорите? Что там идет? Нифига себе, проводчики не настолько тупые. Если мы это не остановим, люди и двух секунд не продержатся. Сюда! Грузовик! Все к нему! Игра меня уже удивляет. А мы, видимо, сейчас вон туда побежим, да? Ага, ну, то есть, пойдем вот так, вот так. Семен послать куда же? Семен где-то в той стороне куда? Смотрим катсцену в третьей уже сраный раз. Нужно держать оборону, пока все не пройдут. Яс. Они люди, сэр. 47. Капрал, люди или нет, грузовик никто не получит. Понятно? Да, сэр. Там он ходишь в бой. Ты что делаешь? Ничего. Капрал, что у вас там? Они ушли, сэр. Ладно, но этот груз лично для Ричарда Горелла. Отходочка. Вон я теперь вижу документики. Черт. Раньше идем. Вообще не замечал. Достанем, что сможем. Колесо. Времени нет. Там очень знакомый значок руки кровавый. Слева. Особо не видно уже. О. Вот она вот долбанула этой блин гранатой и вызвала. Ков. Теперь видно там, что к руке на машине. Вот. Здесь так. Быстренько. Убираем документы. Сэмюэл Купер, капитан армии. Пройдите в лабораторию вооружения. Заид Варжа, Виджет Горелл. Электронные детали. 4 стаканный станок. Посуда, большие микроскопы. Шоковые дубинки, 800 тысяч лет, как неизвестно происхождение. Особенно с артефактами обращаться с удивительной осторожностью. Принимайте ящика только присутствует обычный персонал. Не садитесь присмотрим. Чайник смотрим категория высший приоритет. Хорошо, приоритет, а мы сейчас только что. Я тебе знаю, куда его убить. Огромный сукин сын. Упс. I'm dead. Огромный сукин сын. Еще есть.
чтобы вам не обосраться, взять только синий кубик. Ну, поняли. Даже значок для бега есть отдельный. Похоже, все добрались. Да. Уходим отсюда. Они все почему-то знают, что это такое. Не стой, беги! Вперед! Дурак ползунком. Боже. Что это за тварь? Твоя группа найдет секретный документ, первый артефакт положительного состояния происхождения, когда мы быстрее переживаете или она не против. Позаботьтесь о том, что изучили ученые. Не смысл, значит, опасно. Наступай, не сдавайся. Господи! Так я их взял, что ли? Ну сейчас что, опять набитый способ? О! Эту хрень взял. Что-то я дофига не нашел. Ладно, короче, теперь мы можем тут убежать. Даже назад посмотреть сейчас не надо, потому что слишком опасно. Сюда! Двигай! Возьми это! Да взял я уже. Назад! Сейчас рванет! Рванул. Силы два врага. Нашли фигу врага. К нам поступают тревожные сообщения. Людей уводят бог знает с какой целью, и больше они не возвращаются. Армия продолжает бои с чудовищами. В Бостоне, Нью-Йорке и Вашингтоне. Исход сражений пока не ясен. Мы постоянно получаем все новые данные о средствах пришельцев. Нам поступило сообщение, что сотни автомашин были атакованы летательным аппаратом чудовищ на выезде из Балтимора. Но это не худшее, друзья мои. Мы узнали, что эти подлые захватчики напали на людей в Атлантик-Сити. Погибли сотни мужчин, женщин и детей. Но бой только начинается. Мужайтесь, друзья, и помните, перед рассветом ночь всегда темней. Боже, благослови Америку! Слава Богу! В Нью-Йорке оставьте мне пару. Ну и шоу там было. Я Элли. Элли Мартинес. Том Райли. Куда идешь-то? Я пытаюсь как-то найти семью. Они шли с Кенуэ. Кажется, я знаю, кто может помочь. Идем. Что? Бой скоро продолжится. Элли. Ладно, давайте на сегодня закончим. Так, достаточно нехило мы уже пробежали. К сожалению, нашли не все бумажки, но я думаю, я их лазить находить дополнительно не буду. Вита 3К, наверное, когда-нибудь доделает эмулятор, кто захочет, сам найдет, или найдет в интернете. Описание, наверное, это там есть. Бумажки 2, 3, 4. Или может как-то дойду, но сейчас не хочу. Собственно, всем спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайк, если вам нравится.
эта игра. Или ставьте лайки, если она кажется вам дико разобагованной. Но при этом она неплохая, в принципе. Там шутер не так уж плоха, там сюжет есть, нормальный сюжет. А не как в Declassified. Хотя Declassified я, наверное, тоже потом пройду. Там сюжет есть, но, блин, мне надо копаться, как знаете. Надо сейчас как в ИГН. Давно Рубутанга или типа потом. Там достаточно скомканный, но там есть несколько миссий связанных, да, 3 или 4 штуки, прям сильно связанных подряд. Так что, ладно, буду продолжать летсплей по этой игре. Всем спасибо тогда и всем пока.